تعلم اللغة العربية. Изучение арабского языка. مهم جدا. Очень важным является. نتعلم القاعدة النورانية. Мы должны изучать. Алиф, ба, та, аль-фатха, аль-касра, аль-дамма. Мы должны начать с книг, подобной книге Хайда Нурания, где изучаем алиф, ба, та, фа, что такое дамма, что такое фатха, что такое касра. Хатта نستطيع نقرأ الفاتحة. Для того, чтобы мы научились читать суру Фатиху. نعرف الله أكبر تكبيرة الإحرام. Чтобы мы правильно произносили слова Аллаху Акбар при намазе. التشهد التحيات لله. Чтобы правильно читали تشهد التحيات во время молитвы. بإذن الله يستطيع والله في أسبوع واحد. Если клянусь Аллахом, человек может научиться читать всего лишь за неделю. يتعلم القاعدة ويستطيع يبدأ يقرأ شيء فشيء. Изучит эту книгу и научится читать. شهر واحد يستطيع يقرأ المصحف كاملا. Если пройдет месяц, то он сможет читать спокойно весь Коран. ليس بأمر شاق. Ничего в этом тяжелого нет. الله سبحانه وتعالى قال. Всевышний Аллах сказал в Коране. ولقد يعني والله لقد يعني أكد هذا الكلام بثلاث مؤكدات. Всевышний Аллах سبحانه وتعالى сказал слова, подтвердив их трижды. يسرنا القرآن. Клянусь Всевышним, сам собой поклялся, что мы его облегчили Коран. Однако для кого? Для того, кто хочет. Кто действительно хочет изучать, понимать и жить в соответствии с этим. Сколько мы еще будем говорить на русском языке? Сколько мы еще будем читать переведенные книги? Сколько ты будешь лично переводить? Мы хотим сделать шаг вперед. Праведные предшественники, да смилуется над ним Аллах. كانوا إذا جاءوا إلى بلدة دولة فتحوها يعلم اللغة مع الشريعة مع التوحيد. Если они прибывали или открывали какую-то новую страну, приходили туда с исламом, первое, с чего они начинали, обучать языку вместе с обучением религии. صحيح العامي نحن ندرس هذه الدروس ونترجمها للعوام. Да, правильно. Общие массы людей мы их обучаем вот на, с переводом, то есть на их языке. Бидая ли талиб аль-илм факт бидая. И это только в начале, для начала требования знания, только в начале. Амма бад хаза талиб аль-илм лабуд йатаалам аль-луга. Однако, если человек хочет быть требующим знания, он обязательно должен изучить язык. Юджад у нас фи Русия тааламу аль-луга аль-арабия. Есть люди, которые живут в России и научились там арабскому языку. Кайф. Каким образом? Истаану биллах. Попросили помощи у Аллаха. Иштахаду. Проявили усердие. Аллах субхана ла йудайъхум. Аллах субхана таля не оставит их. Фаанта иштахид аль-ан. Поэтому ты начни с сегодняшнего дня проявлять усердие. Требуй знания сейчас. Тааллам аль-ан. Обучайся сейчас. Ва тастатиъ абра хази аль-васаил ан таджъал кулла аль-васаил такум маъак фил-луга. И используя вот эти вот источники, телефон, интернет, ты научишься всему для того, чтобы научиться арабскому. Тасмаъ даиман аль-луга аль-арабия. Постоянно старайся слушать арабскую речь. Тухаввил лугата аль-джавал лил-арабия. Постарайся переключить свой телефон, чтобы на нем все было на арабском. Табхаз ан асдикаъ йаткалму бил-луга аль-арабия, лакин дун аль-гиба ван-намима аль-му. Найди себе друзей, которые говорят на арабском языке, однако не говорите о запретных вещах, то есть о сплетне, поклёпе и так далее. Прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля для вас и для себя успех.